Всем привет! С вами Светлана и Ксюша и Дамир. Вот такие у меня сегодня два замечательных помощника, и у нас покупочки фикс прайс. Да. И начнем мы давайте с детских тогда тематик. Так, что мы купили Ксюше? Сок. Яблочный сок мы там всегда берем, мы любим исключительно яблочный. Стоит он там вообще копейки, по-моему, рублей 17, дешевле гораздо, чем везде, в Пятерочке там и так далее. Так, сок откладываем, бутылку, вот такую бутылку красивую мы купили и Ксюше, и Дамиру, да? У тебя какая оранжевая. Оранжевая. Крутые бутылки. Сейчас мы их распакуем и покажем. Вот, да, вот такие бутылочки, стоят они в фикс-прайсе 99 рублей, здесь нарисован велосипед, то есть можно, наверное, как-то на велосипед крепить. Здесь есть такие крючочки. В принципе, с помощью таких зажимов, они у нас, кстати, в покупках есть, потом покажу, можно купить и крепить и к велосипеду, да? Прикольно будет. Так, вот так они открываются довольно плотно. Закрываются, открываются, держат здесь хорошо зажимчик такой, крышечка. Объем у нас 500 миллилитров. В комплекте есть ремешок. Вот оно, тут вместе с этой штукой. А, это у нас для ремешка. Вот для чего. Это у нас для ремешка. И бутылку на велосипед мы будем вешать на руль, да? Вот, это у нас для ремешка. Оранжевый. Держи, Дамир. Приделаем потом. И вот такая малиновая. Там много разных расцветок. Зелененькие какие-то такие цвета хаки. Цвет морской волны, по-моему, был даже желтенький. Но вообще удобные, стильные, красивые бутылочки. 500 миллилитров взять с собой на прогулку ребенку нормально. Тоже ремешочек. Держи. Москвич-то покупать. Москвич, вот такая, да, вот мелочка покажу. Антистресс. Честно говоря, не помню, сколько они там строят. Но навалены кучи и не найти. Так, держи, тестируй. Пахнет? Чем-то другим пахнет. Ну, непонятно, не фруктами, не чем-то таким цветочным, что ли, да? Да. Ну-ка, дай за них ночью. Он скользкий. А, ну, пропитка даже чувствует. Ну, не скользкий, почему? Прикольный такой. Ну, их там полно, вы наверняка видели, и в виде фруктов, и так далее. В пакетике она вот... А, аромат вишни написано, кстати, на упаковке. Ну, вишня такая чересчур химозная, скажем так. Так, еще мы купили вот такую жвачку. Да. Стоила, по-моему, 77 рублей, если я не ошибаюсь. Вкусная? Ты пробовала уже? Да. Клубника написано, да? Да. А, клубничная, она лентой. Слушай, давай пробовать. Да. Зрителям покажем. Можно так, как пробовать? Она открывается. Вот у нас. Да, я знаю. Знаешь, давай. Вот. А здесь надо наклейку отклеивать? Да. Вот так вот. И раскрывать. А, наклейку отрываем. Вот еще и сзади наклейка. Открываем. А, где шов, да? Давай покажем. Да. Вот где шов здесь. Чтобы открыть, нужно оторвать везде наклейки. Здесь вот открываем. Так, покажем, а то тебя не видно. Ой. Упаковка упала. Вот она как. Она, наверное, так, у нас как-то... Мы вскрыли эту упаковку. Вытаскиваем эту жвачку. Здесь как бы есть вот, ну, отрезатель, что ли. Не знаю, как его назвать. Шпоньк. Ой, отрезалась. Теперь опять открывай. Открыли. Так, вытаскиваем дальше. Давай, надавливай. Чпоньк. Отрезалась. Да. Супер. Так, дальше еще у тебя не молоко, да? Ты пил его уже? Вкусно. Я никогда, кстати, не пила. Если вы пробовали вот это не молоко, я знаю, его многие хвалят. Напишите обязательно в комментариях, как вам вообще этот вкус. Не молоко. 100% из овса продукт. И здесь у нас десерт. Не содержит лактозу, трансжиры и ГМО. Ягодно-овсяный десерт. Будем пробовать? Да, мне попробовать. Сейчас это Дамира, подожди, он пусть первый попробует. Жвачка-то вкусная. Ну, классно, что у тебя свечку пахнет, да? Вкусный? Ну-ка. Ну, пахнет вкусно. Угу. Вообще, мне кажется, полезная штука, если, ну... То, что написано, соответствует действительности. 250 миллилитров. Тут тоже он стоил как-то совсем рублей 20, наверное. Без молока, без сои. Перед употреблением, кстати, надо перемешать. Там, наверное, ягодки, да, внутри. Так, еще Дамиру мы купили вот такой самолет. Стоит он фикси у нас
199 рублей. Давай распечатывай. О, какой самолет. Он еще светится. Он еще светится, да, тут разными цветами. Давай поближе покажу, не выключай. Переливается. У меня тоже такой есть. Вот если вам видно. Он тут и зеленым, а он несколько режимов мигания даже. Он то быстро, да, мигает, а может... А, вот теперь медленно. Ну, в общем, классические самолеты, которые сейчас везде продаются из пенопласта, но он еще и светится. Можно еще было купить около Дикси, там есть палатка. Но они там, наверное, дороже, да? Ну да. Фикс прайс половчей. Вставляем хвост. Собрали самолет. Кстати, детали вставляются так туго. Вот у нас такой же розовый, но все как-то так расхлябано. А здесь прям, ну, добротненько. Обязательно заснимем, как он летает. Да. И покажем. Это мой. Вот такую сладость мы берем всегда. Это альтернатива Kinder Pingvino. Стоит 77 рублей. Здесь 8 штук. То есть каждая штука, ну, обходится в районе 10 рублей. Да, в районе 10 рублей. Вот. А по сути, в принципе, одно и то же. И по составу, и по вкусу. Нравится такая штука? Угу. Угу. Так, еще из детского. Мы взяли вот такие леггинсы. Сейчас большой ассортимент футболок, леггинсов для мальчиков, для девочек, шорт, платья, всевозможных одежды, фикси навалом. Вот такие яркие салатовые леггинсы. А внизу они с кысками. И написано «My friend». Кыска мальчик, кыска девочка. Вот как раз, как у меня сегодня, да, две кыски сидят. Угу. Вот такие леггинсы. Расцветки там разные, сиреневые, розовые. Только будьте внимательны, смотрите на швы. Потому что я очень долго выбирала. Где-то нитки вылезают прям, причем на лицевой стороне из швов. Поэтому нужно повыбирать, полазить. И найти добротные. А размеры идут размером в размер, даже если не больше. Я простовки смотрела своему ребенку. Они ей даже будут, ну, еще с запасом. Вот, кстати, эти зажимчики, которыми можно и бутылочку крепить к велосипеду, и корзинки, и вообще вещь удобная в хозяйстве. Нашли мы их тоже в Фикси. Цену вам тоже не скажу, здесь не написано. Это набор кабельных стяжек. Но вообще удобная вещь, для всего пригодится и везде, и в хозяйстве. Разные размер, длина и расцветочка. Из раздела для дома еще мы частенько берем фикси вот такие вот вещи. Это Brave, и они там тоже дешевле, чем везде. 50 рублей, по-моему, 4 в одном, формула, свежесть лаванды и еще какой-то с ароматом яблочко. Дешевле, чем везде, однозначно. Гель для стирки за 55 рублей. Пробовали? А я пробовала и уже не один раз. Стоит он копейки. Объем здесь 1,2 литра. Это автомат. Брала такой же в красной упаковке, универсальный, по-моему. Этот у нас идет для цветных тканей. И что вам хочу сказать по составу. Он, в принципе, то же самое, что и далеко не бюджетные средства. По типу Persil, Tide, Ариэль и так далее. Здесь просто чуть-чуть побольше ПАВ. То есть, возможно, у маленьких деток, у аллергиков, у сильных таких аллергиков будет вызывать какую-то аллергию. А отстирывает все на ура. Просто прекрасно. Поэтому я беру не первый раз. И мне очень нравится. 24 стирки здесь написано, но хватает даже и на гораздо большее количество стирок. Ну, конечно, туалетная бумага папе. Постоянно ее берем. Жаль только, что сейчас уже 6 рулонов стоит 99 рублей. Раньше их было 8. Но, тем не менее, все равно она лучшая. Постоянная моя покупочка в последнее время – это Colgate Plax. Свежесть чая именно я вам очень советую, потому что самый приятный вкус, и на полдня свежести в вашей ротовой полости хватит точно. Свежесть между чистками, не содержит спирта, 500 мл, и стоит он 99 рублей. В других магазинах минимум 120 чем-то, это просто минимум, а то и маленький объем будет стоить 100 рублей. Поэтому я вам советую присмотреться, он действительно долго сохраняет свежесть во рту. И самый приятный, нет тут такой вот жгучести, знаете, спиртовой, как во многих ополаскивателях. Я вот этого терпеть не могу, когда прям хочется быстрее выплюнуть. Абсолютный комфорт. Свежесть рекомендую. Из постоянных покупок детские влажные салфетки. 77 рублей они стоят, и здесь 140 штук. Они довольно длинные, очень удобные. Их хватает надолго. Удобный замок. В общем, одни плюсы. Так они еще и у нас 0+. Нейтральный pH и аромат зеленого чая.
Они хорошо пропитаны. И не маленькие такие, знаете, бывают квадратные бюджетные варианты, а действительно большая хорошая салфеточка. Протереть пыль, дома протереть руки, там, когда есть необходимость. И вообще они пригодятся всегда. И ватные диски Аура, которые тоже беру постоянно фикси. По-моему, вот эта упаковочка стоит 20 с чем-то рублей. Здесь 100 штук. И были сегодня в нашем магазине только Аура. Мне нравятся они. Они нормальные, в принципе, не прошитые, но и ничего тут такого критичного нет. Вата ниоткуда не вылезает. Удобно ими снимать макияж и бюджет. Не могла пройти мимо одной из новинок. Это портативный увлажнитель для кожи лица. То есть объем резервуара 40 мл, ультразвуковое распыление, эргономичный дизайн. Видела в обзорах у других блогеров. И он очень здорово распыляет, даже круче, чем вот другие увлажнители. Они тоже там все, по-моему, по 199 рублей. Новенькие появились такие, как яички, знаете. И еще один комнатный, который от розетки. Этот работает от батареек, это удобно. Его можно брать с собой везде, хоть на прогулку. Значит так, водичка наливается в резервуар. Я советую вам наливать дистиллированную воду. Расход здесь небольшой, можно купить в аптеке флакон дистиллированной воды. Вот таким образом закручиваем до щелчка и открываем. Класс! Светится синеньким, если вам видно. И правда довольно большая струя. Но вообще ощущение приятное, знаете, такой прохладушки. У меня есть увлажнитель большой, такой добротный. Сезонно отопительный, мы всегда его включаем, но этот портативный и от батареечек, знаете, реально прохладно, вообще здорово. Увлажняем кожу лица. Не классная вещь, правда. Я вам очень советую попробовать. 199 рублей для такого увлажнителя портативного. Это не денежки. Кончится, наверное, водичка здесь быстро. Он видно, как бегут пузырики. Прикольная штука. Из серии «Дом», так скажем, взяли мы вот такой вот кофе. Что-то там он совсем смешные деньги стоит. Это покупки мужа. Я кофе не пью. И чай. Чай я тоже не пью. Тоже покупки мужа. Но мы уже такой брали. В обзорах у меня был этот чай. Мы открывали его. Он очень интересный. И, в принципе, как сам чай по вкусу, ну, мужу нравится. Вот так эта коробочка открывается. И в индивидуальной упаковочке одна порция чая. Здесь такое фольгированное как бы сито. И вы его опускаете целиком в свою чашку. Проходит несколько минут, достаете, и в чашке нет у вас ни чаинок, ничего. То есть это такая альтернатива чайным пакетикам, только фольгированный вариант. Не надо ничего отжимать. Так вот вытащил немножко, потряс, выкинул. Ну, интересный чай. Для разнообразия здесь 12 стиков, по-моему, 77 рублей он стоит. Это индийский черный чай, есть и зеленый, и фруктовые, на любой вкус и цвет. Новая фишка фикс-прайса – это ароматизированные пакеты для мусора. 60 литров пакет, они большие, здесь 20 штук, размер 55 на 65, биоразлагаемые. Прочные ароматизированные пакеты для мусора. Они без ручек, я так понимаю. Я беру их впервые. Вкусов там было много. Самый ярко выраженный, насыщенный – это ваниль. Он напоминает мне прямо ароматизатор из машины, ваниль, от которых меня постоянно тошнило и укачивало. Ужас, я не стала брать. Вот этот клубничка, легкий аромат. Причем он лежал рядом с ванилью и немножко ей отдает. И был еще лимончик, но он вообще не ощущался. Не знаю, как у вас. В нашем фиксе были представлены три варианта. И я решила выбрать такой. Но интересная задумка. А цена, по-моему, у них как у обычных пакетов для мусора. Вот. Ой, ничего себе, вот они какие большие. А, вот развернула, уже пахнет клубничкой. Наверное, потому что все были в куче набросаны, то немножко присутствует и запах ванильки. Надеюсь, скоро вылетит. Жвачка. И вот такая вот маска-пленка. Я не видела их тоже в фикс-прайсе, завезли в наш недавно. Это у нас алоэ, сок алоэ,
И что-то еще сейчас прочитаем. Для всех типов кожи. А, с гиалуронатом натрия и соком алоэ. Она у нас увлажняющая. На 15-20 минут застывает, затем снимаем. Для жирной комбинированной кожи рекомендуем предварительно распарить лицо. Вот так. Коробочка такая интересная. Стоила она, по-моему, 77 рублей. Ой, тюбик такой большой, смотрите. В общем, эту маску и другие бьюти мои покупочки в Фикспрайсе мы будем тестить в следующих видео вместе с вами обязательно. Винотол. Много видела на него отзывов. Не так давно он тоже появился в Фикспрайсе. Это гель для ног, охлаждает, освежает, улучшает микроциркуляцию, снижает ощущение усталости и тяжести. Тоже протестим его с вами в видео. Вот такой вот тюбичек. Надеюсь, что действительно охлаждает, потому что летом это как нельзя актуально. Очень много ходим, очень много двигаемся. Гелевые патчи для глаз. Даже биогелевые для зоны вокруг глаз от морщин. Я брала уже патчи фирмы Флорисан. И они мне безумно нравятся. Я храню их в холодильнике. Когда мне нужно, достаю, прилепляю. И выкидываю потом. Там очень много материала. Здесь в пачке 4 штуки, то есть 2 пары. Я именно от морщин не брала, и морщинами не страдаю, но мне почему-то вот захотелось именно эти попробовать. Укрепляют и тонизируют кожу, создают эффект лифтинга. Вот так они выглядят. Будем тоже с вами тестить в отдельном видео. Ну и напоследок, один из любимых мною продуктов в Фикспрайсе, это фитокосметик, масочки для волос. Я набрала их 2, которые еще не пробовала. И взяла этой же фирмы скрабик для тела, омолаживающий травяной на основе молотых целебных омолаживающих трав. Вот так он выглядит. Тоже видела обзор на этот скраб. И пока ни одного отрицательного отзыва. Много тут частичек. И мы обязательно с вами его тоже протестим. Так, теперь масочки. Я взяла густое масло для волос для всех типов. Горчичное. Экстремальный объем и блеск. Прям то, что я люблю. С эффектом глазирования волос. С липовым цветом и соком лимона. И густое масло для волос репейное. Глубокое увлажнение и питание. С эффектом биоламинирования. Женьшенем и лецитином. У меня было крапивное, по-моему, до этого. Я его еще, кстати, не допользовала, потому что здесь небольшой на самом деле расход. Хоть баночки маленькие, стоят они 50 рублей, но хватает надолго. А фитокосметик позиционируется как 100% натуральное, без ГМО, силиконов и парабенов. Здесь даже это указано. Вот, если вам интересен состав, я, конечно, вам покажу, но навряд ли его так разглядишь. И фокус не хочет наводиться. Банка не вскрывается. Сейчас хотела показать вам структуру. Вот, это как сливочное масло, немножко подтопленное. Вот так оно выглядит, вот на крышечке. Очень приятно наносится на волосы. Как здорово пахнет. Это у нас что? Липовым цветом. Пахнет действительно липовым цветом. Я обожаю, когда цветет липа. Прям медом и липовым цветом. Потрясающий аромат. Так. И эта масочка у нас. Репейник. Я не знаю, как пахнет репейник, но пахнет приятно. Но липовый цвет прям вообще огонь. Подушка ярко выражена, прям потрясающая. Я всем советую эти маски. Максимальный эффект за 3 минуты. Я не наношу ее 3 минуты, не держу. То есть я делаю это гораздо дольше. Эффект лучше. На помытые волосы и кожу головы и чуть подсушенные полотенцем. Вот это обязательно, потому что так маска проникнет в волос глубже. Не прям на мокрые волосы, а чуть подсушить. Потом наносим эту масочку. Как холодное время года я обычно пакетиком покрываю. Сейчас жарко, поэтому я просто наношу на кожу головы, на все волосы, не только на кончики. Мне нравится все волосы питать. Она не утяжеляет их, не жирнит. Эффект потрясающий. В общем, ну, завязываю волосики и хожу. И хожу себе 20, 30 минут, 40, когда вспомню, пойду смою.
И тогда эффект действительно потрясающий, действительно заметен. Так что советую вам эти масочки, обязательно к ним присмотритесь. Возьмите хотя бы одну на пробу. Здесь 155 миллилитров за 50 рублей. А огонь. Делаешь? Можно мне? Поближе двигайся ко мне. Классно? Угу. Нравится? Можно я тебе? Можно я тебе? Сама. Супер. Здорово, да? Ну, а на этом все. Вот такие у нас были покупочки с Fix Price. Спасибо, что смотрите нас. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайк. Лайки. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующего видео. Мы с вами прощаемся. Пока-пока. Пока-пока. Маши. Пока-пока. Пока-пока. Все, пора.